Здравствуйте, это Герасу, я вам покажу этот чит Хелбота. Ну вот, как вы видите, слева у нас это наше меню. Тут уже сразу включается I'm Bot. И тут, и вот. Здесь есть видеть сквозь стены Волхок. Можно включить его. Есть Full Brightness, чтобы видеть призраков. Есть прицел. Можно включить. И есть имя, показывается у игроков, тоже можно включить. Ой, сколько у игроков жизни можно включить? Можно как такой линией, и там показано зеленым, сколько у них ХП, а можно цифрами. Я обычно ставлю линей. Вот. Можно включить, показывать, где бомба у игроков, но обычно это не работает. И два такие коробки. Это я не включаю, они бессмысленные. SP-ранг, это тоже можно ненужное, но это как наподобие, как показывает их ранг игроков. Показывает линии, такие проводятся к игрокам, но иногда нужны. Длинный нож, он не работает, и быстрый нож. Я обычно включаю быстрый нож, то же самое, что и правый клик, один хит. Но я обычно ставлю просто быстрый нож. Сквозь стену можно стрелять. Извините. Вот, можно тоже включить. Можно включить, когда вы падаете, у вас ХП не отнимается. Можно включить, нету веса у оружия, нету перезарядки, нету отдачи у оружия, и нету, и у вас ХП не отнимается, когда бомбы, ой, гранаты вас ударяют. Анти-ЭВМ Делай, это нету ОВМ, я не знаю, как это называется, извините, но когда тогда нож загличивает, если вы это включите. И быстрая минировка C4, когда нажимаете Е, если у вас есть быстрая минировка. Вот. Чтобы закрыть этот, то нажимаем Insert. Я пока остановлю видео, и когда зайду в игру, то я вам покажу. Вот мы и зашли с читом, и можно просто, как вы видите, я вижу сквозь стены, и у меня аймбот. Просто стою и во всех палю. Извините, меня убили, вот. Ну, как-то так. Вот, как видите, у меня аймбот, я просто левым кликом стреляю сквозь стены. У меня быстрой перезарядки нету, потому что на эту пуху не установили еще эту. Не установили. Вот как вы может видите, на меня хотят уже кикнуть. Ну, я просто тут буду показывать, быстро шмалять. Иногда он не стреляет в хед. Я не знаю почему. Может, из-за того, что есть небольшая отдача, хотя, как вы можете, наверное, вот, когда по одной пуле стреляешь, то так лучше, как видите. Ну и вот, уже 6 киллов. Ну так вот, вот этот чит. Наслаждайтесь, пользуйтесь. Кто знает, о чем я делаю видео, я сделаю ссылку в description на это видео с читом. Спасибо, пока. С вами был Кирас.